А, всем спасибо за вашу подписку. Лучше попробуй бошку всунуть. Давай. Кстати, начни съемку сдалека и сблизи. Видеосъемку. Снимаем, все хорошо. Прикроешь дверь. Мау, мау. Убля-у, убля-у, сделал я в помойку сальту. Это 10 мау из 10. Штребух. Вылез из помойки, хейтер натянул колготки, заряжаю письки в глотки, заряжаю письки в глотки. Штребух вылез из помойки, хейтер натянул колготки, заряжаю письки в глотки, заряжаю письки в глотки. Я ебашу, блять, на стойке, нахуй глазки, мне не стройте кош. Я очень люблю плясать под четкие треки, а еще я люблю халяву. У маленького сына, создателя трека «Штребух вылез из помойки», вышел альбом. И за репост и подписку на его группу он разыграет 1000 рублей и несколько стикер-паков. Переходи по ссылке в описании, участвуя в розыгрыше кэша. И всем удачи! Чопа лежит, задний карман, сетку надул, натянул. Чопа не спит, чопа ждет, чтоб опустил магазин. Ставит дым-дым, что дает мне сел-сел. Она ждет от меня тех заветных слов. И, кстати, это обзор находок из помойки. Всем приятного просмотра и усаживайтесь поудобнее, но не на бутылке. 4G модем. Работает отлично, но в комплекте не было крышек. Продам за 800 рублей на Авито. Нашел рабочий Wi-Fi роутер от бренда Asus. В комплекте был блок питания. Патчкорда не было, но я положил свой. Модель RT-N10P. Внешне Wi-Fi роутер смотрится офигенно. Состояние нормальное. Нет ни сколов, ни жестких потертостей. Продам этот Wi-Fi роутер, мне он не нужен. Рублей за 300 улетит на Авито. Старая серебряная брошь с красным ювелирным камнем. Прямиком из помойки. Проба 875-я. Она довольно редкая и продают ее в интернете всего лишь в нескольких экземплярах. Но из-за того, что там поломано крепление иглы, я продам ее за 2000 рублей. Колонки для компьютера от бренда Microlab. Состояние колонок просто превосходное. Но изначально был косяк, был поломан штекер, но я заменил другой. Игровая компьютерная мышка от бренда Ghost. Мышка работает прекрасно. Имеет на борту штук 5 режимов подсветки. Положу эту мышь в сюрприз-бокс. Нашел классный смартфон Samsung Galaxy A3, но, к сожалению, у него разбита матрица. По линзе видно, что у телефона реально крутая камера. Есть встроенный отпечаток пальца. Телефон классный, современный, но он, к сожалению, не включается. Скорее всего, из-за того, что разбит дисплей. Также разбита задняя крышка. Чаще всего мне попадаются именно такие телефоны, разбитые в хлам. Люди их выкидывают, потому что не хотят заморачиваться с ремонтом. А я им даю вторую жизнь. На моем канале уже 31 тысяча подписчиков. Охренеть! Предлагаю всем сплотиться и добить 35 тысяч подписчиков. А я взамен разыграю сюрприз-бокс в моей группе ВКонтакте. Так что переходите по ссылке в описании, участвуйте в розыгрыше. И может именно ты выиграешь сюрприз-бокс от Штребуха. Ссылка в описании. Так что, братва, всем удачи в розыгрыше. А мы продолжаем обзор. Таких крутых часов я еще не находил ни разу. Стоят они 6000 рублей. На передней панели сенсорные кнопки. Есть FM-радио. В комплекте с часами не было блока питания. Пришлось использовать универсальный для ноутбуков. Почему их выкинули, я не знаю. Они просто в идеальнейшем состоянии, как будто новые. Фишка этих часов является то, что они будят тебя с помощью света. Это типа такая имитация восхода солнца. Целая пачка листов А4. Они абсолютно новые. Я просто в шоке с людей. Кто-то купил эту пачку, отвалил за это немало денег, а потом просто ее выкинул. Одна из самых интересных находок на моем канале. Я нашел электронное перо в полном комплекте. Что это такое? Сейчас покажу. Внутри этого чехла находится USB кабель, стержни с пастой для ручки, а также вот этот приемник. Я беру, цепляю вот этот приемник на любой лист бумаги, включаю его и рисую на листе все, что угодно.
И что бы я ни нарисовал на этом листе, все это вот этот приемник запоминает и передает на компьютер в цифровом виде. И это прикольно, типа можно любой рисунок перенести в Photoshop и там продолжить рисование. Эта ручка стоит новая в районе 6000 рублей, а я продам за 2500 на Авито. Рабочий тостер от бренда Марта. Тостер абсолютно целый. Остается его только помыть и продать на Авито рублей за 500. Два рабочих, но слегка ушатанных фена. Первый Bosch. Провод абсолютно целый, но насадка не держалась. Пришлось подмотать изолентой. Второй фен Philips. Продам каждый фен по 150 рублей на Авито. Очень редко мне попадаются старые вещи. В этот раз я нашел кожаную сумку, армейскую, для документов. Жалко, что внутри сумки ничего не было. Здесь есть даже опись того, что внутри должно было находиться. Рабочая тетрадь, компас, офицерская линейка, резинка. Я даже не знаю, за сколько получится у меня эту сумку продать. И еще один смартфон HTC. Модель нигде не написана. К сожалению, он не включается. Но когда ставишь на зарядку, подает признаки жизни. Что-то мне в последнее время не везет на рабочие смартфоны. Рабочий ингалятор от бренда Amron. Полный комплект, я в шоке. Кто-то, видно, заболел, потом вылечился, а ингалятор выкинул. Продам его рублей за 700 на Авито. Там же был выкинут глюкометр One Touch Select. Он с чехлом, в полном комплекте. В нем даже батарейка не севшая. Первый раз в жизни я нашел акулеле. В комплекте с акулелей был чехол. Акулеле просто в отличнейшем состоянии. Правда, вот здесь есть небольшой скол краски. А еще на задней части написано «Любимый, твой Измаил». И все это зачеркнуто. Скорее всего, девушка разочаровалась в Измаиле и выкинула его подарок на помойку. Планшет Asus ZenPad. Точная модель нигде не написана. И о черт, у него тоже разбита матрица. Он не включается. Самые лучшие комментарии последних видосов. А если ты хочешь попасть в видос, пиши креативный комментарий. Снимаю шляпу и склоняю колено перед самыми щедрыми подписчиками. А еще я первый раз в жизни нашел баян в помойке. Что-то мне везет на музыкальные инструменты. От баяна исходит такой запах. Блин, я его с детства помню, потому что у моей бабушки тоже был баян. И она на нем просто идеально играла. Ну а баян в ушатанном состоянии. Очень много сколов, потертостей. Вот здесь вообще впали кнопки. Одна вылезла. Самое главное, это вот эта штука. И она нигде не порвана. А значит, что этот баян можно восстановить. Баян с горе пополам, но работает. Продам его под восстановление на Авито рублей за 800. Нашел остатки от аппарата для маникюра. А именно, вот эту педаль для управления аппаратом, фрезы новые и ручка с мотором. Не хватает только блока управления, который на картинке. Странно, почему это выкинули, потому что ручка абсолютно рабочая. Продам рублей за 900 на Авито. Вот эта штука, это радио ЭКГ, предназначена для проверки сердца. Ну, короче, это используют врачи в больницах. Но эта штука не простая, она беспроводная. Это приемник, а вот передатчик. В общем, это все дорого стоит, но это очень сложно продать. Ну а вот это 12-канальный электрокардиограф от бренда Neurosoft. Я думаю, вот это вам знакомо. Когда приходит доктор, он вот эту штуку цепляет на ногу, а вот эти штучки с присосками уже на грудь. Подключаются вот эти два прибора к компьютеру с помощью USB портов. Первый раз в жизни мне так фартануло, что я нашел монитор для компьютера Samsung на 21,5 дюйм с разрешением 1920x1080. Монитор, естественно, я достал и уже подключил. Монитор работает прекрасно. На корпусе нет никаких дефектов, а также сколов. Ну а в целом это очень круто, то что у меня появился второй монитор. Теперь монтировать видосы будет намного удобнее. Еще один смартфон. Nokia, модель TA-1147.
телефон даже включается. Жалко только то, что разбит экран. Но из-за того, что разбит экран, глючит сенсор. Невозможно им просто управлять. Ух ты, включилась камера. Продам этот телефон на запчасти рублей за 300 на Авито. Нашел лакшери стулья с крутыми подставками. Также у стульев есть подъемный механизм. Стулья предназначены, скорее всего, были для бара. Вот этот стул в хорошем состоянии. Ну а у этого есть вот такие сколы краски. Просто офигенно. Кормушки радуют, как всегда, крутыми ништяками. Многие знают, что я свои находки продаю не только в группе ВКонтакте, но и на Авито. И помойка подарила мне коробку конфет с надписями Авито. Конфетки очень вкусные, такого я вообще никак не ожидал. Нашел крутые штуки для отжимания от бренда Торнео. Продавать я их не буду, оставлю себе. Очень полезная находка. Настала пора осмотреть сумку с мелкими находками. Доширак из помойки. Я в шоке, как люди могут такое выкидывать? Ну что с ним может случиться? Мне кажется, доширак из помойки в два раза вкуснее, чем из магазина. 4 стартовых пакета МТС с сим-картами. Набор для педикюра Scarlett в полном комплекте, абсолютно рабочий. Запечатанная коробка с печенюшками. Домино. Пустая коробка от оригинальных AirPods. Коробки я собираю. USB кабеля для Android. Новый оригинальный блок питания для iPhone. Чехол для iPhone. Два кнопочных телефона без батарей. Еще один телефон LG, но он, к сожалению, не включается. Просроченная жижа для вейпа. Камера скрытого видеонаблюдения, но она не работает. Веб-камера для компьютера Logitech. Снимает она в 720p, но, к сожалению, не работает. Сменные картриджи для электронного кальяна Starbucks. Две упаковки новых батареек. Рабочие наушники JBL. Чехол Powerbank 2 в 1 для 5-го iPhone. Он рабочий, но состояние просто ужасное. Паленые нерабочие часы. Скорее всего, нужно просто заменить батарейку. Рабочая проводная колонка Nokia. Женские рабочие часы, но без вот этой штуки. Еще одни электронные часы Adidas. Целый градусник. Рабочий паяльник. Аккумуляторные батареи, еще одна пачка батареек, гиалуроновый шампунь и пена для ванны, а также две бутылки духов. Смазка, ну вы поняли для чего, карт-ридер для компьютера. Тестер на обрыв, скорее всего рабочий, нужно просто заменить батарейки. Док-станция для андроида, прикольный сундук, рабочая гарнитура для компьютера, рабочая Bluetooth селфи-палка, блоки питания, очки, вольтметр, разбитый бак для вейпа, новый блокнот, абсолютно чистый, барсетка Checkers, а еще я нашел советские медали. На столе нож неспроста, потому что мне прислал посылку подписчик, и настало время ее распаковать. Охренеть, братва, я просто в шоке. Здесь лежит видеокарта MSI. Блок питания для компьютера без кулера. Неужели тут телефон? Охренеть, телефон! Кирпич нужно перепрошить. Ха, спасибо за то, что написал, Максим. Я в шоке, еще одна видеокарта. Чехлы для телефонов. В смысле? Две планки оперативной памяти. Патриот по 4 гигабайта. Охренеть, нифига себе. Так, а это, я так понимаю, материнская плата. Древняя материнская плата. Там даже стоит процессор и оперативка. В общем, по итогу вот все, что было в посылке. Максим, спасибо тебе огромное, я просто в шоке. Такую крутую посылку мне еще никто не отправлял. А если кто-то из вас хочет избавиться от своей ненужной старой техники, вы можете смело писать мне ВКонтакте и присылать ваши посылки на распаковку. Пора подвести итоги по заработку. Сумка доставки, просекатель, ножницы, обогреватель, весы, музыкальный центр, один сюрприз бокс, 4G модем, Wi-Fi роутер, ножницы фрезы, мобиль, ключи от домофонов, телефон HTC, планшет и белый Nokia.
За полмесяца удалось заработать 11 150 рублей. Да, на помойке точно миллионером не станешь. А, всем спасибо за вашу подписку. Лучше попробуй бошку всунуть. Давай. Кстати, начни съемку сдалека и сблизи. Видео снимаем, все хорошо. Прикроешь дверь. Всем спасибо за вашу подписку на канал, а также за ваш просмотр. Участвуйте в моем или Усана розыгрыше по ссылках в описании. Ссылка в описании, ребят. Всем спасибо за ваш. С вами был Штребух. Увидимся в следующих видосах. И кстати, скоро будет обзор на еду из помойки. Всем пока!